Спасибо. Вы почему кефир не кушаете? Что, не любите? Люблю. Вы знаете что? Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь. Вот у меня дочка Алла. Если кто-нибудь позвонит, скажет: Алла, пойдем в ресторан, туда-сюда потанцуем, я очень плохо буду думать о нем. А если позвонит, скажет: дядя Рубен, можно с Аллой я пойду в культурное мероприятие, скажу: иди, дорогой. Твоя Лариса Ивановна, хорошо, что не пришла. Значит, она из моральной семьи, я так думаю.